Не помню, кто сказал, усложнять просто, упрощать сложно. Вот, то есть идиогномика, пожалуй, тот инструмент, который сложно изучить, но который потом значительно упростит нашу жизнь, как профессиональную, так и личную. Я для себя лично сегодня даже в ходе такого небольшого мастер-класса открыла многое и буду применять вот просто уже сегодня, даже не скажу завтра. Спасибо.